Сегодня мы решили сделать салатик с яйцами. Надо нам начистить яйца. И вот сейчас я хотела рассказать. Вот у нас яйца домашние, куриные, свежие. И они, естественно же, плохо чистятся. Вот я хотела рассказать лайфхак. Как это? Лайфхак или в колокольчик? Лайфхак. Как правильно почистить яйца, чтобы они вот так вот не слазили всякое разное, а просто... Вот берете вот так маленечко, да, и вот так вот их... Вот так вот их всех смяли. Смяли, смяли. А потом бросили вот в воду. И пусть они маленько там поплавают. И все, а потом берем... И вот так вот и снимаем. Вот прямо целые, Катя, видишь? Угу. Целые кожурочки, раз, и все, чистое яйцо. Ну, это мы уже побили некоторые. Вот, опять. А мы сегодня будем делать салат с печенью. Решили сделать. Для этого мы отварили говяжью печень. Сейчас спросят, чья печень? Какой говядины? Магазинская. Мы свою говядину печень сразу съедаем. Вот. Кусочек вот такой вот печени говяжьей мы отварили. Обжарили лук с морковкой на сковородочке. Что-то не работает лайфхак, Оль, Кать. Смотри. Это совсем... Это какие яйца? Это которые я сегодня приперла? Да, бабушки. А, это вообще свежие яйца. Нормально работает, все работает. И все, и сейчас потихонечку мы все это будем делать. А вы смотрите и повторяйте за нами. Ингредиенты, повторю. Ингредиенты. Печень говяжья кусочек. 5 яиц, можно 6. Вареных. Морковь тертая на терке, обжаренная с луком. Майонез. Сверху потом сыр маленечко натерем, да? Вот. А вот я сейчас без лайфхака просто почищу яйцо. Как оно будет чиститься? Вот оно вообще не чистится, видишь как? Вот. Что это? Нет, наверное, мало яиц, да, Кать? Мало, надо побольше. О, зачистилось. Все, а майонез-то мы будем... Можно майонез просто сделать, а можно майонез с чесноком делать. Но у нас Максим майонез с чесноком не любит. Видишь, как она чистится? Лайфхак, один желток. Сегодня у мамы управлялась. Мама, на маму приболела. Мама, выздоравливай, наша хорошая бабушка, да? Мы тебя очень любим, мы тебе даем нашу энергию, нашу силу, чтобы ты выздоровела. Поскорее к нам, поскорее к нам приехала, и мы с тобой опять что-нибудь в ТикТок заснимем. А пока кончать с ТикТоком не надо. Она говорит, не, не буду больше снимать. Будем, будем. Мы с тобой еще 1 000 000 подписчиков заработаем. Так что, в общем, яйца мы почистили с лайфхаками или без разницы. Вот, сколько у нас яиц получилось на наш салат. Нас много. Эту печень мы очищаем вот от этих вот жирочков. Вот. И сейчас порежем. Вот такая. Что такая желтая? Вкусная пахнет, между прочим. Ну-ка. И натираем на терке. Катя, а на какой мы будем? Вот на такой. На небольшой. Ну, не насильно крупный. Покажу поближе. Ой, вот такая. Видишь, какая мелкая. Сейчас кто-нибудь тоже с нами будет такой салат делать. А вы делаете такой тоже салат вместе со мной. И меня в сторис своих отметьте. А я потом репостну вас. Да? Вот и все. Бартер это называется. Ни на одной кухне не бывает травм. Да? На каждой кухне бывают травмы. Да? Вот так лучше сказать надо. Вот. Я уже одела перчатку, потому что я
расфигачила. Вот какая терочка все-таки острая, да? Вот, мы намололи. Натер... Сейчас мы будем тереть яйца. А яйца мы будем накатить покрупнее, да, терочку? Покрупнее. Все, вот так вот. И натираем. Лишь бы здесь перчатку не срезать. Отдельно у нас яйца, столько же получилось приблизительно, все одинаково. И вот здесь мы нажарили морковку с луком. Все нажарили. У нас вот такая мисочка глубокенькая. Сейчас мы ее будем сюда вот так вот все слоями укладывать. Мы сюда накладываем. Вот. Господи, вот так. Вот этого. Нет, надо со стола вытереть, а то опять скажут, что у нас тут бардак. Вот у нас это. А, Кать, нам надо майонез. Да, только что. Майонез и ложечку. Можно мне ложечку? Бармен. Еще один бармен идет. Уже тут. Можно уже скоро кушать? А, вы с майонезом яйца? Да. Так. Ну, вот так маленько наложим сейчас сюда. Ну, растирать мы, естественно, не будем, потому что печень мы не растерем. Дальше мы кладем сюда у нас тут вот что. Вот так вот накладываем. Глубокую мы чашку взяли. Глубокую. Давай майонез. Майонез на мне не такой. У меня был где-то мягкий майонез. Жидкий. Дайте мне жидкий майонез. Я купила. О, давай его. Да-да-да. Это не реклама. Сейчас как напоримся опять на ночь. Все, вот так вот. И прослаиваем. Вот так вот. Блин, не видно, да? Промазываем. Кто хочет посмотреть. Дальше. Теперь морковь. А, сыр. А сыр мы наверх. Так. Че, надо сыру? Я не знаю. Я еще такой сладкий. А я ела. У меня аж слюни бегут. Так. Яйца, слой яиц. Я вообще не вижу, что там получается. Смотрю на салат. Все. Еще немножечко майонеза. Чуть-чуть, а то совсем будет один майонез. Я... Вот, вот видишь, вот как получилось. Вот, вот так вот. Дальше опять мы делаем слой... Получился салат. Сейчас мы здесь еще вот, ну, у нас одно яйцо осталось. Мы сейчас его натерем на мелкой терочке еще сюда сверху. Вот так вот. Ну просто натерем и все. Да? Что пропадать-то? Да, конечно. Добро. Добро переводить не будем. Вот. Вот так. И сейчас еще сверху сыр. А он в дверце. Вот где грейпферон. Выше, выше. Ага. Вот. Мы грейпферон у нас остался, мы коронавирусом лечились. Зачем это говорить? Ну, я скажу. Ну, что-нибудь ведь надо говорить. Да, мы болели коронавирусом. Все. Все причем, вообще все. Еще и бабушка у нас подцепила. Как я ее берегла, берегла. Так, не уберегла. Так, ну вот сейчас еще вот тут вот сыру натерем. Ой, на крупной не будем, вот на этой же. Ой, смотри, как красиво сыпется, да? Угу. Как пармезанчик.
Он мягкий. Так. Кто-то, если сделает такой же салат, отмечайте меня в своей сторис в Инстаграм. А я вас буду репостить. Может быть, вы добавите свои какие-то ингредиенты, возможно. Ну, я думаю, что сюда, наверное, что-нибудь еще вкусненького надо. Типа огурчика солененького не надо? Можно было бы, да. Вот такое. Да, то что-то у нас такое вкусное. Надо что-то бы еще вкуснее. Но нету. Ну, я не знаю, что сюда можно добавить. То есть, если знаете, то пишите в комментариях другой рецепт. Мы его тоже сделаем. А давить? А что не сделаем? С печенью. Все. Сыр запаковываем. Майонез убираем и садимся ужинать. Приятного всем аппетита.